что это за земля? Да, кстати, зритель, привет. Почему в этой земле вот эта палка делает что-то? Точнее, что эта палка делает в этой земле? Я уже не говорю про эти белые фигни. Оказывается, огурцы надо сначала пересадить в менее большую фиговину. Я все той же ложкой землю кладу, что в цветке пересажено. Стой пока тут. Чуть попозже я тебя полью. Вот что там такое долбится вообще? Так, тут надо побольше земли кинуть перед этим начинать. Аккуратненько. Делали ли вы в детстве куличики из песка, зрители? Вообще, я не знаю, меня там видно или не видно, но вот эту хрень должно быть видно. Ну, в смысле, может, голову-то мою не видно, а вот, вот это вот. Так. Не влезают эти два, три точнее, в одно место. Все-таки это, да, кстати, это тот эксперимент по выращиванию просроченных зерен, семян огурца. Что говорится, семена обычно живут год, а дальше уже никак. И как я считаю, что это маркетинговый ход, и на самом деле они вполне могут пролежать и дольше. Вот еще какой-то корень. Короче, меня взошли, как я потом уже все-таки поняла, судя по виду вообще, это все три семена, которые просрочились аж в конце 2016 года, 17-18-19. Грубо говоря, им 4 года, этим семенам, потому что до 16 года их надо было реализовать, 16-17-19, 4 года. Но они вполне себе, как вы видите, не вошли. Thank you.
мне пришлось его освободить. Перед этим я, кажется, освобождала другой контейнер. Ну, в смысле, коробочку. В нем была нижнежигородское кокосовое масло. И в ней лежали магнитики. Потом я магнитики положила ко всякой тебухе. Тут это мыльный вообще контейнер в последнее время используется как мыльный контейнер. На самом деле он тут деду был куплен. И еще в 2014-м, когда я отмечала Новый год впервые вне дома с подружками, в этом контейнере, короче, лежали частично магнитики. И вот эти частично магнитики теперь на холодильнике. Этот первый зашел. Вот этот вторым зашел. А вот этот третьим зашел. Или же наоборот, этот первый, второй, да, вот этот третий. Давай выковыривайся уже, земля. Трофяная таблетка. Что-то ты как-то в этот раз не хочешь нормально выйти. Человек сделал несколько страничек перевода. Человек, скорее всего, устал, потому что уже давно считается, что это наш общий проект. Они, это моя манга. А ты всего лишь ее клинишь, тайпишь и датишь. Я к тому, что раз человек взял несколько страничек перевода, я просто сегодня обязан добить клин 4 главы. Так. Переводить, по-моему, я ее еще не начинала, и вообще там то его куча переводов в этот раз. Интересно, они быстро растворятся или надо земли сюда подсыпать? Ладно, пока так оставим. Когда традисканс или как там ее этот венок, который не хлорофитум, а другой. Ну, в смысле, хлорофитум не венок, но это два моих первых любимых цветочка. На самом деле, самый первый мой цветочком был фиалка. Это хлорофитум мне потом случайно достался. В 4 классе начальной школы. Короче, когда оно даст корни, я его тоже посажу. Куда тебе? Еще одну салфеточку. А вот эти вот. Вот под нее у меня нормальный горшок есть. Так, это вытянуть. Это помыть. Перерабатываемый мусор и обычный мусор. Да, там должно было быть, меня видно. Батарея скоро разрядится. Посему я сейчас просто быстренько при вас полью, а потом буду убираться. Ой, ой-ой-ой-ой. Как-то так неудобно полилось. Может, надо отсюда подчерпывать чем-нибудь. Иди сюда. Я все равно потом мыть.
Кстати, вас заодно полюбил. Вы что-то так много жрете воды, товарищи огурцы. В этом самом торфе. В общем, семена 18-го года зашли позже всех, и то не все еще. Что, правда, я с ними делать буду? Совершенно без понятия. А вот семена, которые как бы новые, свежие, чистые, шелковистые, моего близкого родственника зашли позже, чем мои просроченные. Ну, вот такие пироги. Поэтому сфоткаю и скину в WhatsApp. Я не знаю, надо ли сюда земли подсыпать. К этим горшочкам. Что все-таки это за белая фигня? В земле. Которая, если верить производителю, так подходит для всякой рассады. Будем считать, что хватит. Вот, сейчас поближе поднесу. Даже увеличила слегка. Ну, в смысле, приблизила. Не только саму камеру, но и огурцы. И сейчас, наверное, покажу, что у меня сейчас тут с этим моим холодильником делается. Это я все со стола убрала, чтобы освободить. Так, это отодвинуть надо. Вот. Все, на самом деле, тут был только вот этот магнитик. Вон тот магнитик. Ой, еще один магнитик типа такого с другой стороны. Все три магнитика от одного человека. Еще такой же коробочек со спичками есть в комнате. Он тоже магнитик. Ну и звуки, это вот там сортир свой кошачий кует. Вот. Ну и тут у меня эти еще магнитики. Тоже, наверное, их присобачу. Сейчас землю покажем вам. Ой, мой палец. Вот земля в мешочке. И вот снова эти мои растения. Всем прощевайте. Всем хороших огурцов.